Париже после 5-летней реставрации свои двери открыл Нотр-Дам. Обновленный интерьер собора первым осмотрел президент Франции Эммануэль Макрон. Он поблагодарил всех, кто восстанавливал историческое здание. Отмечу, к работам привлекли 250 компаний, сотни специалистов. Самой сложной задачей было восстановление крыши и шпиля. На работы потратили 700 миллионов евро, часть из которых частные инвестиции. Напомню, в 2019 году сильный пожар частично уничтожил один из главных символов страны. Точную причину возгорания следствие так и не установило. Допускают версию халатности или короткого замыкания, а вот поджог исключили. Официальное открытие собора Нотр-Дам-де-Пари для посетителей состоится 7 декабря.